Поехали. Добрый вечер, Москва. Сегодня в Доме пионеров в Москве состоялся замечательный концерт «Дружба народов», где выступали дети разных республик бывшего СССР, представили замечательные другие ансамбли. Большое спасибо Татарскому посредству, Татарскому культурному центру, который организовали для москвичей, детей, родителей замечательный концерт «Дружба народов». Значит, Наиля Фатехова выступала своим ансамблем, и другие ансамбли. Молодцы, все довольны. Это был бы бесплатный благотворительный концерт для москвичей. И к этому празднику вышел второй номер «Татарский мир», «Татарские новости». Вышла замечательная газета, в котором на первых страницах были новые стихи, новые материалы о, значит, Мусы Жалиле и его семьи. Вот посмотрите, пожалуйста, да, как, значит, московская газета «Татарский мир», значит, постоянно, значит, дает вот такие интересные материалы. Я должен сказать, что и мне был большой подарок. Значит, вышли и мои, значит, подборка моих рубаи в этой газете. Эта газета выходит уже около 10 лет в Москве. Она радует всех, освещает татарский мир. Тут выступают и россияне, и зарубежные наши, значит, земляки. Большое спасибо Татарскому посольству еще раз, Татарскому культурному центру, который организовали замечательный концерт для детей, для родителей, благотворительный концерт. Большое спасибо. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Спасибо.